И, как говорится, перерывчик между первой и второй, перерывчик небольшой. Но на самом деле тут все очень просто. Опять же, у нас игра между командами CyberPlace и командой Please Die Tennis Buy. Они же команда Злиеп, они же Злыепеньки, они же ПДТП. Я сейчас думал, что Best of One. Нет, Best of One на самом деле так и есть. Просто я вот здесь смотрю, и если не ошибаюсь, каждая команда должна сыграть с другой по одной игре. То есть CyberPlace играют с Злиеп, и они, в свою очередь, должны сыграть с командой CyberPlace. Или две игры, или сколько играется. Две, возможно, две игры. Возможно, я правила завтыкал. Я пытаюсь найти правила пока что, окей? И что-то я не могу найти правила. Семь матчей, блин, по воскресенье. А ладно, в принципе, не суть. Раз уж у нас эта игра начинается, значит, игра у нас начинается, значит, так надо. Как говорится, и не нам уже что-либо решать. Поэтому берем и поехали. CyberPlace теперь играет за Radiant. PDTP играет за Dire. У нас, напомню, составы команд CyberPlace. Special One, капитан команды, Mystic Коля, 13X, Fake и Shaman God. Команда Please Die Thanks Bye. White People, капитан команды, Мэтт, BLQ, Hot Virus и Asmai. Уже у нас в банках от команды CyberPlace, на этот раз Batrider и Timbersaw. От команды PDTP у нас в банах Elder Titan и Naga Sirena. Они же собрали себе первым пиком Лича. Вот такие вот дела. The Power of Lich. К нам в студию. Посмотрим, как залетит Лич. И залетит ли вообще. Потому что может вообще получиться полный фейл. Веномансер. Я слышал. Ага, CyberPlace собирает себе Веномансера и Андаинга. В прошлой игре они были в банах, теперь же настал их черед в пиках оказаться. Кстати говоря, Dota 2 официально зарелизили в Корее. Теперь она реально там уже именно официально есть. Раньше не было. Соло становится пятым игроком команды Virtus.pro. Да, я напомню для тех, кто, возможно, еще не в курсах, хотя, думаю, в курсах уже все, то, что в команде RockSkiz произошли гигантские, ну, относительно гигантские изменения, потому что из команды ушли Nexus и Соло, вместо них пришел Gablack и Resolution. В свою очередь, Соло стал пятым игроком команды Virtus.pro, то есть уже это вот сегодня произошло. Теперь состав команды Virtus.pro это Light of Heaven, NS, Smile, God и Соло. Такой вот внезапный состав. И там уже команда собирается отправиться на масонский буткемп. И первый крупный LAN-ивент, на котором может увидеть эту команду именно в таком составе, это Tech Labs, который состоится уже достаточно скоро. Да, внезапно интересная комбинация, но вот... Ну вот так вот. Соло обрел себе место в команде Virtus.pro. Если наблюдать какие-либо новости в плане... турниров, что-нибудь такое вообще команд. И, собственно говоря, нового я не могу сказать, что я что-либо вижу новое. Ничего нового нет. Все просто потому, что там пока что идут у нас пики баны и... ПДТП решили пойти по своей же схеме, опять же взяли себе Вайпера, потому что Вайпер, который в прошлой игре очень хорошо залетел и буквально раскидал соперника. Что будет в этой игре, не знаю, посмотрим, потому что есть у него, у Вайпера есть оппонент в команде CyberPlace, это Веномансер. Это тоже и тот же еще ядовитый
молодой человек, ну ладно, не человек, молодой ядовитый кто-то, я не знаю, кто это такой. Queen of Pain, третий пиком Cyberblade забирают себе. По ДТП, в свою очередь, у нас здесь забанили Лайфстилера и Визажа 34-м баном. Cyberblade забанили Гирокоптера и Абадона. Все-таки не стоит отходить от традиции, стоит все-таки банить тех героев, которых возможно. И они это и делают, берут и банят, говорят, почему бы и нет. Давайте забаним, давайте забаним. Мы этих героев не увидим, ну и фиг бы с ними. А я посмотрел, честно говоря. Что я вижу? Я не вижу ничего, в принципе. Из интересных пиков я вижу Веномансера, Андайнга и Лича. Ну, отчасти Вайпер. Но Вайпер уже был в прошлой игре, поэтому это уже не удивляет сейчас. Какой же здесь просто маст. Читаю так, подсчитываю. И я вижу Вивер, третий пик от команды ПДТП. И четвертым пиком у нас от команды Cyberplace от World Devourer. Хотя, вот многие говорили, что вот после обновления, вот этого, которое произошло, польза этого самого героя сильно снизится. И теперь я, знаете, что не понимаю? Квапа и Девауэр. Квапа и Девауэр. Два потенциальных мидера. Кто куда отправится? Квапа в мид или Девауэр в мид? Но если кто-то из них отправится именно туда, то куда отправится другой мидер? Где будет он? А я не знаю, где будет другой герой. Да, я замолчал, я знаю, просто я кое-что ищу на самом деле. Когда я что-либо ищу, мне тяжело еще одновременно при этом говорить. Потому что это я такой, когда я что-либо ищу, то это все. Это называется «Я ушел в поиск, вернусь не скоро». А, все, вернулся, я вернулся, и новое я вижу что? Я вижу S-Shaker'а, четвертый пик от команды ПДТП. Вот это новость. Cyberplace решили нафиг, давайте забаним мы Дарксира. И забанили Дарксира, но ПДТП в ответку банит Баунти Хантер. Это сводится к тому, что у нас... Ну да, есть Вивер, в принципе, понятен бан полностью. Не будь... Точнее, будет, наоборот, в пике команды Cyberplace у нас Баунти Хантер, то Виверу бы были бы проблемы. Так. Virgin Gaming... За $5. Просто читаю некоторые новости.
reserve time. Art. Dire team pick. И пятый пик команды CyberPlace Axe. Хочешь жить, умей вертеться. Ну да, все мы теперь знаем, что если Axe убивает врага этой способности, то он и все союзники поблизости получают бонус к скорости передвижения, а также кулдаун в 75, 65, 55 секунд сбрасывается. То есть, если будет врагов пятеро, все они будут на лох хп, подошел, хлобысь, убил, хлобысь, убил, хлобысь, убил, всех как переубивал, получил рэмпэдж и довольно такой ушел, опять же, с готовым Каллинг Блейд. Ну и название придумано, однако. И игра у нас началась быстро, решительно. Все, меняем мы оверлей на нормальный. Человеческий. Врубаем какого-нибудь джиггернаута. Врубаем крипстат и поехали. CyberPlace играет за рейтинг. Кто на ком играет? Special One. Капитан команды играет на Queen of Pain. На Undying играет у нас Мисти Коля. На Виномансер играет 13EX. На Outworld Devourer играет Fake. И на Axie у нас будет играть Шаман God. Команда PDDP играет за сторону Дайер. На Вайпер играет White People, капитан команды. На Личенос играет Мэтт. На S-Shaker играет у нас Белка. На Вивере у нас будет играть Hot Virus. Ну и на Разоре у нас играет Осмай. Это пятый пик команды PDTP. The Power of Razor. Так, я все-таки вижу расстановку по линиям. Девар ушел в мид. Квапа ушла в бот. На сложную, судя по всему, будет у нас Квапа. Да ладно. Неплохая такая комбо, на самом деле. Квапа и Outworld Devourer одновременно пикнуты в одной команде. Я боюсь, как бы это не сыграло злую шутку для команды. Я уже услышал Invisibility. Кто у нас? Виномансер в инвизе? Но тут... Неужели попытка ганка будет прямо сейчас, с первых секунд? Попытка вылезти на вайпер и как-то его забрать. Виномансер есть инвиз. Его здесь просто никто не пропалил тут, потому что нет вардов и команды по ЭТП. Причем мало того, что нет. Их нет вообще. Герои встретились на линиях. Акс у нас на топе будет ставить против триплы команды по ЭТП в лице Вивера, Лича и там рядом ходящего S-Shaker'а. Но к нему уже подтягивается еще и Виномансер вместе с Андайгом, то есть трипла на триплу. Экшон. На мид у нас Деваурер против Вайпера. И в ботом лейне Queen of Pain против Разора. И Квапа суровый. Просто сразу же с первой секунды это ясно понять, что тебе здесь на линии не рады. Так что поаккуратней там. У него там вообще, у него кинжал торчит. Реально. Все, уже не торчит. Я раньше на это внимание вообще не обращал, на то, что это вот такой кинжалик там появляется в спине, когда кидаешь этот Shadow Strike. В топе у нас что? В топе просто CyberPlace суровый. Они встали между Т1, Т2 ТВ-рами команды по ЭТП, и там уже просто принимают крипов на себя. Однако здравствуйте, я еще могу сказать. Вард, все, прогнули тут же, все, пока уж прилетает. А ведь на первом же уровне у Venomous Gale. У нее там 25 единиц урона попаданий, 25 всего лишь. И при этом периодического урона нет вообще. Ой-ой-ой, так еще, может быть, для Акса проблемы могут быть. S-Shaker у нас физуры. Физуру увеличился радиус. По-моему, несколько. Или ширина увеличилась этой самой физурочки. Снова накинул так горелочку. И пошел гореть. В принципе, горит он, ну, не так, в принципе, сильно, потому что там реген очень большой за счет тангусика.
Ну, я так и скажу, что быкует очень знатненько, быкует команда CyberPlace. Как бы это ни сложилось, наоборот, вне пользу этой самой команды, ФБ у нас делает Виллер, забирая Виномансера. Вот то, о чем я говорил. Но там Акси забирает из Шейкера, и проблемы тут появляются еще и у Андайнга. Большие проблемы. Дикея нет. Но заденайлся об нейтралов. В принципе, все правильно сделал. Ой, как хорошо ты навертелся, боже ж ты мой. Ну! Ах, не успевает. Вертушечка там просто прокнул, по-моему, дважды буквально подряд, и... И там столько реально урона просто сбрил сейчас визажу, о, Виверу, что это просто вообще. При шансе контратаки в 17%. Он там буквально прокнул дважды одновременно. Все тут же горелочка прилетает, естественно. Весь экшен будет здесь. Уже на 4 минуты игры было сделано 4 фрага. Нормальное соотношение, хорошее. Годное. Зузик. Зузик его называют. Зузик. Почему Зузик, интересно? Неважно. Зузик он и в Африке Зузик. Если так и назвали, значит так и назвали. Крипсата, вы сами видите, 16 на 6 Вайпер, 15 на 8 Клопа, 15 на 0 у нас Акс, 14 на 2 Девар, 10 на 7 Разор, 8 на 2 Вивер. Попробуй забрать Леона. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошая физура. И минус 2. 5-1 по ЭТП выигрывают. Ну что такое? Акс пошел просто крутиться. Бегай там, крутись. В стекло не упади только. Андаги забирает Лича. И все, и Акс тоже сгорает, даблкил, киллингспири Вивер. 2-6, Виномансер, говорит, иди сюда. Но больше ничего не сделаешь. Первый Виномансер гель просто там ничего не делает. 25 дэмэдж это минимум просто. А периодического урона нет вообще. Зато потом, значит, в этом уровне за 15 секунд 5 раз будет по 90 пробовать периодического дэмэджа. Ну и чё, и чё, и чё, и чё, и чё. Лич уже тоже здесь. У Лича 4 левел, а потом появится чайник и все. Появление чайника опасно для здоровья. Вивер горит. Вивер очень хорошо горит, он сгорит или не сгорит, сгорит, не сгорит. Нет, не догорает, там буквально остается 2-30 хп остается всего лишь, ой-ой-ой. Нужна еще одна горелка, нужна еще одна горелка на того же Вивера, но все, ее там отхиливают. Вот здесь уже ничего не поделаешь. Но Тауэр-то можно забрать скорее в этой ситуации сейчас. Все, пошли варды, пошел Вивер бегать туда-сюда. Просто там Акс стоит, вертится на все и вся, просто всех убивает. Да, ведь теперь же, по идее, еще и в этих самых вардов, в этих плагу вардов, есть же также пассивка Poison Sting, тоже замедляет, она, по-моему, вдвое меньше, то есть там, получается, не 11%, а где-то примерно около 5. Вайпер забирает Деваурера в миду. Сам при этом, правда, остается на 116 хп, но какая разница. Все равно он остается, остался живой. Шестая минута игры заканчивается 2-7. 9 фрагов, из них 7 было сделано командой ПДТП. Ой-ой-ой, Виномансер, ну это ты совсем, совсем зря. Виномансер пытается как-то жить. Живи, Виномансер. Виномансер-то живет, но его тут просто уже забирает Лич. Хотя это шанс забрать из Шейкера. Буквально нужно пару тычек еще. Все, Андайник забрал из Шейкера, хорошо. Теперь Аксу плохо, его хиляют. Просто очень агрессивный игра от команды CyberPlace, но она пока что не приносит никаких результатов. Игра агрессивная, согласен. Но толку-то от этой агрессивной игры. Мана теперь нет уже на горелку Акса. И его здесь, скорее всего, тоже забирают. Ну, нет, у него еще есть Magic Vent. Отпивается. Юзай стики. Стики юзай. Юзанул стики, ту же горелочку. Аж на самого себя он скастовал горелочку. Думал себя задонатил, судя по всему, но это ему не удалось. Просто за ним уже здесь выехал вся целая компания. Андайник тут же отъехал. Кингспири даблкил Лич. Квапа пришла на орал на Вивер. Тут тут же просто скопытился. Ну а дальше-то что? Дальше уже идти некуда. Блядь, фейзы. Пытаться выпрыгнуть на вайпер сейчас. Попытаться это сделать. Но у него есть 8 левел, у него уже имеется Вайпер Страйк. Вайпер Страйк уже есть, поэтому если выпрыгивает Квапа, то тут же просто влетает в нее Вайпер Страйк.
который по 300 урона внесет. Это очень много. Папа пришла, раз, наорать. Хорошо, 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 но этот Ваур, скорее всего, умрет раньше времени, да, он умирает. Вайпера забрать, вайпер за баран. Просто, вот смотрите сами. Одного вайпера забирали вдвоем. В итоге умирает у нас Девауэр, умирает вайпер и еле живой уходит папа. Вы сами понимаете, что вот 8 минута игры, вайпер уже очень сильный. Вайпер сильный, во-первых, за счет своего нетротоксина. Во-вторых, он за счет своего коррозив скина очень силен. Пусть знаток, я уже, в принципе, молчу, там он не сильно-то большой дэмэдж вносит, там, да, за 2 секунды 56 маг дэмэджа, там он замедляет передвижение атаку, в принципе, это нормально. Этим можно попользоваться. 5-11 счет по ДТП ведут, 9 минуты игры у нас приближается к своему логическому концу. Но графики я открою на 10-й минуте, как обычно. Тут же горелочку, тут же стан. Пошел чайник! Прыгнул, чайник фейл. Квапа там прыгает, сделал все что угодно. Пытается что-то что-либо сделать, забирает у нас лича. 2 в 0 пока что размен. Акс там тоже сгорел, 3 в 0 размен. Виномастер сгорел, это 4 в 0 размен. И Андалик там уходит кое-как. Но за ним уже выехали. Это было плохой идеей, мне кажется, выехать вот так вот. Ну, хп там все-таки хватает Виверу. Начинается, понятное дело, собирание, перезверанца, а последствия уже и приобретение. Линки, чтобы уж неповадно было. Опа, и тут уже вайпер такой говорит, иди сюда. И все. Просто на Нанника все выстреливается, Акс уже 6 левел, есть ультимейт. Но не в кого кастовать его. И Шекер забирает Андайнга. Ать, попытался сказать, не успел. И убегать. Кое-как убегает на Сакс, или там живет просто, я не знаю. Снова наорали, забрали вайпера. Какой-то шанс, по крайней мере, забрать вайпера, это уже хорошо. Акс там уже буквально хотел своим ультимейтом кого-то зарубить, но... Но не получился. Отменил он этот свой скилл, по-моему, или просто ему не дали его скастовать. Мне показалось, что он сам на себя просто повесил. Батлхангер. Ой, ее сейчас просто выйдет какой-нибудь из Шекер. В рандомную кистанет свою физуру. И накроет, если Акса, то он умирает здесь запросто. Но это своеобразно такое абстрактное мышление, потому что такого вряд ли случится. Тем более, что вряд ли Акс с лоу хп продолжит стоять на линии. Он, да, он, естественно, убегает на базу. Пока там регенция 7-16, 11 минут игры, пора открывать графики. Около 5 с лишним тысяч выигрывает команда по ДТП, по XP, по голде выигрывает 4 тысячи. Да, преимущество команды есть, но оно не особо-то, в принципе, большое. Алешка. Так что это еще, в принципе, вполне поправимо, на самом деле, вот в данной ситуации. И тут же просто выпад на Деваура, тут же там все, что можно, какие куски. Все, Деваур отъехал просто, очень быстро уехал, тут же там уже разор с хостой. Есть физура, в итоге никак здесь помочь нельзя команде Cyberplace. Накрыли быстро, забрали быстро. Вайпер даже не стал идти через Лотару, он решил просто пойти сразу же собираться на какой-нибудь дэмэдж, что такое. Андайнг пытается что-то сделать, врубает ультимейт, но ему это не помогает. Там же физура опять же прилетела. И в итоге снова опять же, даже не фейл, а вайпер снова начинает быть слишком сильным. Просто вайпер тот герой, которому, если дать возможность фармить, он раньше выходит в лейтгейм как таковой, потому что у него есть все такие возможности для этого. Да, ему возможно фармить, он выйдет просто 11 левела со вторым вайпер страйком и мало уже не покажется никому. Dire's
Тут же появляется там Мекки, появляется у Лича, Лотар появляется у Розора. Розар в Лотаре, ой, наоборот, то есть Розор в Лотаре. Блин. Вот герой, вот. Лотар для Розора, вот, все. Их очень легко перепутать и в итоге назвать Розора Розаром, а Лотар Лотор. Очень полный трэш. 7-18. По ДТП ведут очень уверенно. Вайпер еще и с иллюзиями. Но забирать-то некого, в принципе. Рошан ждет своей участи. Да, сигналит уже. Давайте гол заберем. И Вайпер такой говорит. Вайнон, давайте заберем этого Рошанчика. Сайберплейс даже сейчас захотят. Они не успеют прийти к нему в полном составе, потому что... Хотя, не знаю, Рошан, в принципе, сбривается, но как-то он... понятно, почему не сильно быстро. Тут еще и не было Вивера. Теперь уже гораздо быстрее сбривается Рошан. Но теперь уже точно команда Cyberplace не успеет прийти на него. Даже если очень захотят при этом, потому что там уже 1000 хп остается, который исчезнет за каких-то пару секунд. Все, таймер у нас 8-минутный пошел. Таймер отчитывает секунды до появления Рошана. Почему он так... Каждую секунду так парочка так вылетучивается немножечко этого самого фитиля. Все, своеобразного. И все, там пошел уже замес. Там Розор на кого-то пошел уже своими молниями кидаться. Сколько он выжрал урона? 200? 100, почти 200 урона он выжрал. Миномастер от этого аж огорчился, умер. Также быстро от этого огорчается у нас Девауэр, который тоже, скорее всего, умирает. Хотя, кто знает. Нет, все умирает. Тут все, полетел у нас чайник. И это минус 4. И это Team Vibe. И ПДТП здесь явно, мне кажется, сильнее в этой ситуации. А в одиночку у нас Андарик не сделает ничего, скорее всего, здесь. Здесь уже, понятное дело, минус, опять же, Т2 Тауэр у нас в мидлейне. Это очевидно. Виномастер в одиночку ничего не сделает. Более того, он так еще сейчас рискует умереть здесь, на самом деле. Но как это пока обходится? В то же самое время команда Cyberplace уже заперта просто на своей базе. Они уже не смогут отсюда как таковые выйти далеко слишком. Выйдут сюда и здесь забирают просто быстро. Здесь их заберут, здесь их заберут. Собственно говоря, Разор тут совершенно спокойненько фармит просто леса своих соперников. И он даже ничего не боится, потому что просто на него выйдут и при этом умрут сразу же. Тут же Пайп у нас появляется у Вайпера. Пострадаем фигней, выделим логотип. Еще раз пострадаем фигней, еще раз его выделим. Крипы, бегите. Просто выделил я лайкобос, просто выделил. Все, на Акса просто выехали, там его начало молнии им пробивать, просто очень сильно пробивать, там уже минус 10 армора. Все, там стан, до свидания. Сколько урона у Разора? 270 по 300 дэмэджа. Минус 3, 3 в 0, 4 в 0. И ГГВП пишет капитан команды Cyberplace. Пытались они сделать все, что могли. Пытались, но... Увы и ах. Попытка... закончилась неудачно. Две игры по ДТП, обе игры выигрывают. И получают... 3 очка получается? Или их сколько? Я не знаю, возможно, две игры играют каждая команда друг с другом. В этих правилах я пока что не сильно там понял. По идее, должно было быть best of one. Или, возможно, две сразу игры сыграли, в итоге 6 очков получается у команды. Злые пеньки или 3 очка, я не знаю. Посмотрим по турнирной таблице, как она там изменится.